Всем здравствуйте! Любви все возрасты покорны, и лучше всего об этом знает артист Армен Джигарханян. Он был женат трижды, но лишь последний брак принес ему не только любовь и тепло домашнего очага, а множество проблем и душевных страданий. Последнее время артист предпочитает проводить все свое время в четырех стенах и почти не выходит на публику. А начались эти проблемы после развода с пианисткой из Киева, Виталиной Цимбалюк-Романовской. Но у женщины тоже силы не бесконечные, поэтому она решила извиниться перед артистом за все проблемы, которые она ему принесла. Виталина назвала Армена «Джигочкой» и попросила прощения, заметив, что это было не расставание, а взаимная потеря. Цимбалюк заявила, что Джигарханян до сих пор главный мужчина в ее жизни, а любовь все еще живет в ее сердце. Все это женщина произнесла, увы, не лично, а в эфире передачи «Новые русские сенсации». Также Цимбалюк сказала артисту спасибо за все годы, прожитые вместе, и она считает, что главной проблемой было то, что они так и не смогли по-человечески попрощаться. Все эти слова постоянно прерывались в эфире из-за рыданий, которые не могла скрывать пианистка. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.